Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто слухає UA «Українське радіо Дніпро». В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Раїса Басова. З 2005 року 392 жінки з Дніпропетровської області було направлено на екстракорпоральне запліднення до 5 українських лікарень за державний кошт. Тим часом, коли у Дніпропетровському перинатальному центрі є всі умови для проведення ЕКО. Чому у Дніпропетровській області не використовується такий метод лікування безпліддя, як ЕКО, в комунальних лікарнях? Про це сьогодні говоримо на Українському радіо Дніпро. Гостя нашої студії – заступник генерального директора Дніпропетровського обласного перинатального центру Ольга Мальцева. Вітаю вас, пані Ольго. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, з якого часу діє державна програма ЕКО і на кого вона розрахована? Ну, на самом деле, государственная программа действует еще с 2005 года. Она действует в рамках распоряжения Кабинета министров про утверждение комплексных мероприятий по заохочиванию народжуваності в Днепропетровской области. Еще в 2005 году для нашей области была выделена квота 50 женщин, 50 пар в год, которые могут воспользоваться этой бесплатной программой. Как действует эта программа в нашем регионе? Программа работает достаточно активно. У нас в области создана комиссия, которая рассматривает документы тех пациентов, которые подают их на бесплатную программу ЭКО. Как работает сам механизм? Пара, у которой есть трубный фактор бесплодия у женщины, только трубный, имеет возможность обратиться в лечебное учреждение Днепропетровской области, пройти обследование там, либо же прийти сразу к нам в областной перинатальный центр, в областной центр планирования семьи и пройти предусмотренные 787 приказом, это приказ по лечению бесплодия, пройти все обследования, которые необходимы. Далее документы такой пары направляются на комиссию. В составе комиссии наш генеральный директор, есть представители Днепропетровской медицинской академии, Днепропетровский медицинский университет на сейчас, сотрудники Днепропетровского областного центра планирования семьи. Мы рассматриваем эти документы, готовим пару и направляем вместе с документами в департамент охраны здоровья для окончательного утверждения уже направления данной пары в министерство на комиссию. Документы направляются на министерскую комиссию, там их рассматривают и, как правило, дают добро данной паре и направляют их в клиники, которые занимаются уже непосредственно по программе проведением ЭКО за бюджетные деньги. Який порядок подачи документов на державную программу? Пара проходит обследование. Если у пары есть трубный фактор бесплодия, если они прошли все обследования, которые необходимы по 787 приказу, они приходят в Днепропетровский областной перинатальный центр, проходят комиссию, и далее эти документы идут в министерство. Мы очень тщательно подходим к обследованию пациентов. У нас за годы с 2005 года не было отказов на проведение ЭКО за бюджетные деньги, потому что все наши пациенты абсолютно тщательно проходят отбор, направления. И те пары, которые мы направляли, это 392 пары, 392 женщины, отказов у нас не было, они все были направлены на ЭКО и получили разрешение в МОЗовской комиссии. А в якому випадке может быть відмова? Если недостаточно дообследованы, либо есть показания и есть противопоказания к проведению экстракорпорального оплодотворения. В случае, если есть какие-то тяжелые заболевания, которые выявляются в процессе обследования, при которых беременность в принципе противопоказана, да, либо же если есть какие-то заболевания экстрагенитальные, то есть там, допустим, заболевания какие-то сердца,
сердца, неврологическая какая-то патология. В таком случае, если это не прямое противопоказание для беременности, женщина должна пройти лечение, и в таком случае она может быть тоже направлена на ЭКО. У соцмережах я знайшла форуми, де жінки писали, що хоча державна програма передбачає безкоштовне лікування, але їм доводилося доплачувати за послуги і витратні матеріали. Що мається на увазі безкоштовно в державній програмі ЕКО? Ну, смотрите, на одну пацієнтку, тобто на одну пару, виділяє государство 60 тисяч гривен. Це так було, починаючи з 2005 року. Поэтому, если мы берем, допустим, частные центры, там стоимость экстракорпорального оплодотворения начинается от 100 тысяч, и туда входят все материалы, которые и все медикаменты, которые на пару будут потрачены. Но если, допустим, у пары есть еще сопутствующие какие-то проблемы со стороны мужа, то в таком случае, конечно же, паре приходится дополнительно доплачивать все те медицинские процедуры, все те обследования, которые будут проводиться дополнительно для того, чтобы данная пара приехала с таким желанным результатом, с беременностью, вернулась домой. Тобто державна програма розповсюджує лише на ті пари, в яких безплідною є жінка. Так, да, і тільки трубний фактор безплодія. Якщо там ендокринне безплодія, або сочетане безплодія, ця програма вже не покриває, к сожалению, таких пацієнтів. У яких клініках України впроваджується державна репродуктивна програма сьогодні? Если речь идет о том, куда мы можем направлять на бесплатное ЭКО, обычно пара выбирает, куда они хотят поехать. Это могут быть клиники Одессы, это могут быть клиники Киева, это могут быть клиники Харькова. 5 таких ведущих учреждений лечебных, которые принимают участие в проведении экстракорпорального оплодотворения за бюджетные деньги по данной программе. Но у нас на сегодняшний день в государственных, скажем так, лечебных, в коммунальных лечебных учреждениях и в Харькове, и в Киеве, и в Запорожье, это соседняя с нами область, и во Львове, и в Одессе, и в других местах, которые с нашей Днепропетровской областью абсолютно похожи по своим характеристикам, по населению, по размерам, по развитости там, промышленности и так далее. У них в лечебных учреждениях коммунальной собственности есть везде возможность проведения экстракорпорального оплодотворения, чего, к сожалению, нет в нашей Днепропетровской области. А чему в нашей области не проводят ЭКО в коммунальных лекарнях? Ну, знаете, это такой вопрос, который мы очень давно как бы пытаемся каким-то образом продвинуть, потому что в нашем Днепропетровском областном перинатальном центре, в общем-то, для этого есть абсолютно все условия. У нас есть областной центр планирования семьи, который много-много лет занимается как раз ведением пар с бесплодием, с невынашиванием, в котором специалисты работают и гинекологи, и эндокринологи, и урологи, и сексопатологи, то есть все те, которые занимаются как раз подготовкой к беременности, ведением беременности, лечением бесплодия. Кроме того, у нас огромное консультативно-диагностическое отделение с малыми операционными, где можно было бы на ультрасовременных аппаратах УЗИ, которые у нас есть на сегодняшний день, контролировать все процессы, которые необходимо контролировать до, время и после экстракорпорального оплодотворения. И огромный штат высококвалифицированных специалистов в амбулаторной службе и отделение, куда женщину при необходимости, отделение медицины плода на этапах вынашивания беременности можно было бы положить, госпитализировать. У нас единственное, чего нет, это лаборатории, которая бы помогала нам, то есть это генетическая лаборатория, то, что нужно для того, чтобы провести непосредственно экстракорпоральное оплодотворение. Но если говорить в денежном эквиваленте, вот мы за эти годы направили 392 пациента по 60 тысяч, если взять, это другие области получили 23,5 миллиона бюджетных денег. Тогда как на вот это оборудование для лаборатории нужно было бы всего 4 миллиона. И мы бы имели и возможность помогать нашим пациентам, во-первых,
Во-вторых, женщинам бы и их мужьям не приходилось бы ездить по нескольку раз на такие сложные процедуры и, главное, после них возвращаться домой. Во-вторых, нашим пациентам бы не приходилось искать потом, после того, как им провели экстракорпоральное оплодотворение, где им стать на учет, потому что здесь бы была четкая преемственность. Да? Тут они пришли, тут они обследовали, тут они провели процедуру, и тут же они стали на учет, и здесь же они рожают. То есть, ну, настолько удобно, более удобного, по-моему, не существует места и квалифицированного по специалистам, нежели наш областной перинатальный центр. Поэтому, ну вот, пытаемся каким-то образом донести информацию о том, что это действительно для нашей области было бы очень необходимо для того, чтобы каким-то образом помочь пациентам, ну и сдвинуть немножко в плюс нашу демографическую ситуацию. Анализы приходится пересдавать. Поездки, к сожалению, приводят к тому, особенно после всех подсадок, особенно тогда, когда пациентке нужно спокойный, чуть ли не горизонтальный образ жизни какое-то время, а ей приходится возвращаться домой, потому что проживание в гостинице, она едет с мужем или с мамой, или с кем-то, стоит денег. Питаться, дорога и так далее – это все еще больше удорожает эту процедуру. Поэтому, безусловно, если бы мы имели возможность, вот как пациенты Харькова делают в Харькове, пациенты Киева в Киеве, одесситы в Одессе. Ну, у нас, к сожалению, наши жители нашей области лишены такой возможности. Наша мечта. Будем очень надеяться, тем более, что демографический кризис – это же проблема не только лишь здравоохранения, далеко не только здравоохранения, да, это и юридические аспекты здесь, и экономические аспекты здесь. И вот юридически как бы какие-то законы предпринимаются, да, и давно действующие программы экономические тоже каким-то образом это поддерживается информационно. Вот мы с вами сегодня… Да, тоже поддерживаем возможность эту для наших женщин, чтобы они знали хотя бы на этом этапе, вот куда можно обратиться. Поэтому, ну, когда вот эти все винтики будут работать как единый механизм, тогда, конечно, немножко нам будет лучше, и пациентам всем нашим тоже будет более комфортно и эффективно проходить лечение. Пані Ольга, скажіть, на сьогодні штучне запліднення є одним із найважливіших і самих ефективних методів лікування безпліддя? Ну, якщо говорити о лікуванні безпліддя, да, іноді бувають такі ситуації, коли, к сожалению, помочь пацієнтам каким-либо другим методом лечения не представляется возможным. И несмотря на то, что у нас в областном центре планирования семьи есть на сегодня методы лечения, такие как инсеминация спермы мужа и донорская инсеминация, мы проводим и проводим массу других методов лечения, благодаря которым мы имеем достаточно хороший высокий процент, около 30% наших пациентов у них беременность наступает, супружеских пар. Но, к сожалению, есть такие моменты, когда помочь можно только экстракорпоральным оплодотворением, и поэтому вот мы так и взываем о том, чтобы у нас была такая возможность проводить еще и этот метод лечения. Скажите, пожалуйста, чи є вікові обмеження пацієнток, які можуть скористатися програмою? Это пациенты репродуктивного возраста, то есть женщины репродуктивного возраста у нас считаются до 49 лет. То есть мы стараемся вот такими рамками и ограничивать проведение всех этих процедур. Расскажите, пожалуйста, как потрібно правильно подготовиться до штучного запліднення? И как проходит эта процедура? Согласно тому приказу, о котором я уже говорила, о лечении бесплодия 787, сейчас все в интернете, да, то есть можно найти, абсолютно никто ничего лишнего не назначает и от пациентов не требует, ни на областной комиссии, ни на министерской комиссии. Там есть четко определенный перечень обязательных методов обследования для женщины и для мужчины. И если для мужчины это обязательно, там всего несколько анализов, это спермограмма, это флюорография, это обследование на ВИЧ и на сифилис, то для женщины, безусловно, это достаточно большой пакет, начиная от
УЗИ гинекологического обследования молочных желез, обследования шейки матки, обязательно заключение терапевта, обязательно генетик, обязательно для пары кариотипирование, обязательно обследование на воспалительные заболевания, инфекции, передающиеся половым путем, обязательно на ТОРЧ-инфекции, так называемые. То есть гормональный статус женщины определяется. То есть все те анализы, которые обязательно необходимы для того, чтобы женщина, ведь забеременеть – это очень важно, но это полдела. Этого ребенка потом нужно еще и выносить и родить здоровенького ребеночка. Поэтому если даже говорить о той же статистике вот из тех женщин, которых мы за это время направили по бюджетной программе, из них 25% забеременели, и 19% всего лишь процентов – это те беременности, которые окончились родами. И родились у нас 68 деток по этой бюджетной программе за все эти годы. К сожалению, это с 2005 года. Да. К сожалению, достаточно часто бывают всевозможные моменты, когда и невынашивание беременности возникает, и преждевременные роды, и замершие беременности, то, что называется в быту. Ну, в общем-то, много-много всяких проблем, которые сопутствуют. И я еще не сказала о том, что бюджетная программа, кроме того, что охватывает только пары с трубным фактором бесплодия, это еще и только одна попытка для одной пары. То есть вот эти 25% забеременевших женщин – это результаты одной попытки. Ну, в принципе, это показатель неплохой. Тобто один раз вони мають шанс скористатися державною програмою. Да. Если этот шанс был неудачным, неуспешным, тогда у них, к сожалению, дорога только в частные клиники для проведения следующих попыток. Пані Ольго, жінки деякі вагаються на ЕКО тільки через фінансові можливості чи ще є фактори? Ну, факторов много на самом деле. Это, ну, трудно здесь сказать, в первую или во вторую очередь финансы, но, безусловно, это финансовый фактор, потому что если, я уже упоминала, если говорить о частных клиниках, то стартует стоимость программы от 100 тысяч. И это, ну, как бы самый нижний предел на сегодняшний день. И это без обследования, то есть это еще нужно обследоваться и так далее. То есть, ну, в среднем где-то 120 тысяч стоимость. Это очень большие деньги, и мы знаем ряд случаев, много таких пациентов, когда берут кредиты, и не только муж с женой, а их члены семьи, и банковские кредиты занимают у знакомых, у друзей, у родственников, потом отдают. Ну, хорошо, когда первая попытка сразу успешна. Если нет, то, к сожалению, не все себе на сегодняшний день могут вторую попытку позволить. Поэтому ЭКО за бюджетные деньги – это такая очень весомая альтернатива, и мы призываем того, кто вот себя услышал в этой программе, у кого соответствующий диагноз, пожалуйста, приходите, обращайтесь. Мы будем обследовать, будем помогать, будем направлять на эту бюджетную программу. А сколько жінок Дніпропетровщини цього року отримало направлення на ЕКО? Мы направили в этом году еще пока только 5 женщин. Приказа пока еще в этом году не было. В 2020 году, вы знаете, была очень тяжелая эпидемиологическая ситуация, которая на сейчас еще продолжается. Был тотальный запрет на проведение всех плановых медицинских вмешательств, а ЭКО – это плановая манипуляция, да, и поэтому в 2020 году, к сожалению, мы от области направили только 10 пар, но вот буквально на прошлой неделе мы получили приказ на этих женщин из министерства, они у нас все попали в бюджетную программу, мы их обзвонили, они, конечно же, с радостью поехали забирать свои документы и разъезжаться по тем лечебным учреждениям Украины, которые они выбрали себе для проведения экстракорпорального оплодотворения. Ще раз нагадайте, куди слід звертатися жінкам і що ви хотіли сказати тим жінкам, які ще вагаються на ЕКО? Ну, обращаться я приглашаю к нам в Дніпропетровський обласний перинатальний центр со стаціонаром, непосредственно в Дніпропетровський обласний центр планування сім'ї.
можно найти на сайте и перинатальный центр, и центр планирования семьи. Могу телефон сказать, он очень простой, 097-266-266-9. Ну и тем, кто пока еще не всерьез не занялся как бы этой, решением этой своей проблемы, хочу сказать, что не опускайте руки, всегда нужно надеяться на лучшее, нужно найти своего доктора, обратиться к нему и вместе шаг за шагом идти к исполнению своей мечты. Конечно, это ресурсная такая ситуация лечения бесплодия, но тем не менее, шаг за шагом, двигаясь вместе с доктором, с коллективом врачей, можно достичь желаемого результата. Приглашаю в Днепропетровский областной центр планирования семьи. Я дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні ми говорили про державну програму ЕКО. І гостею нашої студії була заступник генерального директора Дніпропетровського обласного перинатального центру Ольга Мальцева. Над програмою працювали ведуча Раїса Басова, режисер Олександр Сухач, інженер Максим Гейко. На все добре. Тема дня.